пытались это изучать. Но ваше мнение по поводу того, что сейчас происходит между Россией и Украиной? Мне кажется, конфликт этот абсолютно глуп и леп, как все любые конфликты и войны. Я очень надеюсь, что те люди, которые делают из этого выгоду, им когда-нибудь станет стыдно. Жалко только, что гибнут люди. Скажите, какие...